Как спасаться от жары? У вас в холодильнике должен быть вот такой отсек в морозильнике, в котором лежит вот такой вот лед. Возьмите лед и после этого этот лед можете прикладывать на себя. Можно этим льдом вот так вот трогать его, прикладывать на себя вот. Например, вот так вот натирать себя любую часть тела. И тогда вам будет не так плохо и невыносимо от жары. Часто вот так вот. На личном примере говорю то, что делал не один год. Поэтому советую так делать абсолютно всем. Лед, конечно, уже растекается, поэтому он из руки выпадает, потому что тут я сейчас покажу, сколько градусов. Градусы. Я думаю, вы увидите дома, вы увидите на улице. Я думаю, поймете сами, почему оно так. Быстро лед тает. Вот градусы на комнатном градуснике. Вот на уличном градуснике сколько написано. Поэтому думаю, будет понятно, почему лед так быстро тает. Всем спасибо за просмотр. Думаю, вам помогло мое видео.